Здравствуйте. Сегодня мы расскажем, как прописать штатный пульт дистанционного управления ключа в автомобиле Mazda. В данном случае Mazda 6. Также подходит инструкции для Mazda 3. Открываем дверь, вставляем ключ зажигания. Три раза включаем зажигание. Раз, два, три. Хлопаем дверями. Раз, два, три. Слышим, как замки отработали. Нажимаем раз, раз, держать. Все. Проверяем. Закрыли, открыли багажник. До свидания, до чего.